сказать, что я живая, отходила после наркоза. Очень много людей звонит, пишет. Просто физически не могу всем ответить, но спасибо, что вы беспокоитесь. Вот вчера со мной случилась такая катавасия, я упала в нашей студии, оступилась, просто оступилась, у нас там подиум, и улетела, ударилась сильно, и попой, и головой, но основной удар пришелся на руку. И она сильно распухла прямо на глазах. Прям голова закружилась от боли. Наши ребята молодцы, не растерялись. Они привели врача из скорой, которая дежурила возле Останкина для другой какой-то, даже не знаю, для какой программы. Вот. И мне быстро оказали помощь. И врач говорит, мы можем отвезти вас травмпункт, но видно, что серьезный случай, поэтому лучше показать специалисту. Мы позвонили Лене Малышевой, и она сказала, надо ехать в Боткинскую, и скоро повезла меня в Боткинскую, вот я здесь. Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку. И все уже теперь, слава богу, позади. Только что сделали первую перевязку. Доктор сказал, на скрипке играть не буду, но на пианино смогу. Разговор сейчас и состоялся, и мы видим, как вы постоянно это делаете, подкрепляете. Такая политика. За что еще мы должны покаяться после рекламы?